Так, очередная распаковка. Сегодня две посылочки. Даже не знаю. Одна из Монголии. Вторая. Даже ее читать. Так. Сингапур. Там мне смс какая-то пришла. Потом прочитаю. Это коробка. Непонятная. О, микрофон. Судя по всему, наконец-то пришел микрофон. Будем детям открывать. Как называется-то? На YouTube-канал. Откроем. Вот, кстати, рекомендованный микрофончик такой, посоветовали. Очень четкий. Тестить буду потом. 800 рублей где-то стоил, или 600. Тут переходники еще есть. На 5.0, да, там 3.5, это 5.0. Ладно, следующее. Стоять. Такая экстренная распаковка сегодня. Без болтовни лишней. О, тетрисы пришли детям. О, вот это тема. Так, какие здесь батарейки? Как раз они только что зарядились. Вот он, знакомый звук детства. Подожди. Ну, ты убирайте тоже игры. Там же танчик есть. Ну, подожди, не врывай. Что ты? Так. Так. Там. О, как. Как-то включать-то? О! Вот танчик кончался. А, козырно. Только видно не очень. Так, и все протестил. Прошло несколько дней. Вот на микрофон уже видео снял. Открыл детям канал. Точнее, они захотели. Светлый мир Майнкрафта. Ссылка будет в описании. И там будет звук от этих наушников. Там все записано. Ой, от этого микрофона. Все записано только через него. Протестил. И эту игрушку тоже покупал за 100 рублей. Две штуки. В принципе, играбельные. По-моему, качественные. Не знаю. На какое время хватит. Вот. Кстати, такая прищепка у нее очень удобная. Микрофоны. Что детям вешал эту петельку. Они спокойно записывали видео свое, которое сейчас я успешно пытаюсь конвертировать и выложить. Там еще два будет. Каждый ребенок снимает свое видео. Вот, все, подписывайтесь.